субботу в Самарской области пасмурно с прояснениями, без осадков. Днем минус 4, минус 6 градусов, ночью 9-11, ниже 0. Ветер северо-западный 3-5, порывы до 12 метров в секунду. Сызрани облачно, днем минус 4, в темное время суток минус 9 градусов, северо-западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти солнце проглянет сквозь тучи, днем минус 5, ночью минус 10 градусов, северо-западный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно с прояснениями, днем минус 5, ночью 11, ниже 0, ветер северо-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 79%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.